Наша президент света, что она там нам говорит? Может, что-то интересное. Дорогие белорусы, нарешті пришла справжня весна. И уже сегодня мы святкуем первый великий день. Я хочу особливо повиншовать католических и протестантских верников с этим главным церковным святом. Не, ну в коем-то веке наш президент не говорит за политику. Наконец-то. Наконец-то. Не за политику говорит, да. А пошлые месяцы увесь белорусский народ проходит праз выпробование. А особенные наши герои праз соправдные покуты. Да это не политика. Тут надо так просто, наверное, к слову сказала. Я, ну, как это? Мы с болем бачим, как белорусов бьют и беззаконно судят. Нас быцам бы хочуть упэўнить, что свободы не будет. Весна уже пришла. Весна пришла, и я приехал. Христос у вас крос. Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Мир на блюдечке. Я превращу твои печали в шуточки. Тебе же лучше будет самому.